Hey, yo, guys, с вами Шимки, и сегодня мы играем, ну, как обычно, в Айзека. Так, и что мы тогда с вами прошли? Кажется, на харде, да, Айзека. И кто же у нас следующий? Барабанная дробь. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. И это у нас... И... Самсон. Да. Чем у него меньше хп, тем больше у нас дамаг. Первое правило Самсона. Но она, это работает теперь только за одну комнату. То есть мы вот нанесли всех дамаг. Мы нанесли себе второй дамаг. Ну, как вы видите, мы становимся такими красненькими. И типа капля, кажется, если так работает. Но могу ошибаться. Это механика Самсона. Все, как-то типа того. Да уж. Сразу видно, старт у нас с вами не задается. Ни в какую степень, ни в какую. Красная капля, это кажется, только 5 РНЖ там дается. И все, там. Она бесполезная в основном. Честно, даже не помню. Да, капля бесполезная, вот эта красная. Золотуха. Да. Круто. Минус. У него нету в начале ничего. Единственный минус. Водолей. Да. Может, что-то годненькое сейчас выпадет. Да, конечно. Годное. Короче, нужно сразу реролить, нету шмотки, а рерол. Рерол. Опа. Так, ладно. Ну, 5 бомб, у нас еще и шанс на эту комнату. Как видите, с синими сердцами у нас тоже хер это работает. Ну, мы это реролим дело, потому что нам ни хера не выпало качественного. Круто тень. Перчатки херячат. Ладно, нужно будет окошко закрыть. Seems good. А, не, это не то, что я хотел. Ну, как бы, 5 бомб. На халяву. Это плюс не золотая комната. Дэмэдж. Нет. Control Tears. Наши слезы становятся гравитационными. Честно, херня. Может быть, только поможет это, когда мы за этого играем. Ну, не за этого, а с. Соя, кажется, называется теперь. Да, Соя. Да ё-моё. Невезучий какой-то персонаж. Ну, давайте еще 3 раза пройдемся. Если же нет, то будем что-то придумывать. Давай, 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 ну. Золотая, ну. Изи. Изи. Все, играем, играем. Отбивание идет хорошее. Дамаг у нас есть. Можно идти рашить. Конечно, глазки у нас. И слезы непробиваемые. Вот если мы найдем пробиваемые слезы еще, это будет GG. Very nice, very good, guys. А пока что забираем то, что ей дают. Retro Vision. Ладно, повезло. Даже несмотря на то, что у нас дамаг 7. Мы наносим слабо врагам, хотя мы бьем впритык, а впритыке дамаг полный. Хотя я не удивлен, с одной стороны. 7 дамага, это никого нельзя убить, только черных мух, кажется. И еще этих, бля, да, ретровижн будет мне мешать. Виндоу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, плювальщик.
Я понимаю, что ты любишь поскакать. О, ты еще паучков создавать можешь все-таки. Так. Шприц спиды, шот. Ну, в принципе, знаете, такой, смотря то, что у нас слезы не долетают. Не очень хороший предмет. Но если мы сможем сделать себе наркомана, будет отличненько. Они так и хотят. О! Так давайте, короче, основную запись нужно все-таки замутить эту херь. Так, все. Мы продолжаем. Рулон туалетной бумаги. Почему бы и нет? Ой-ой-ой, муха-создаватель. Тихо-тихо-тихо. Опасный, опасный. Ну, главное, бывает тоже, как бы, и не создают мух, а в основном создают мух. Ну, когда нас видят. Да, скорость у меня большая. Нужно ее чем-то сбросить где-то. Так, дамаг. Нужно будет все-таки изменить вот эти иконочки сбоку. Это просто фиолетовый, оранжевый. Ну, короче, первые четыре мне вообще в глаза так. Где был? Здесь я был. Там тупик у нас был. О! Да ёлы! Ну, да. Вы поняли, да? Дамаг увеличим. Процент падает. Хотя бы шот хороший у нас. Полет слезы. Хотя бы шот хороший. Где ты был раньше? Holy shit! Здоровенькие булы. Да, когда мы пополняем ХП, нам все равно как бы не восстанавливается ничего. Тирзап. Почему бы нет? Стрелять чаще, разве это плохо? Так, у нас... Мы еще золотуху не нашли. Мы еще не нашли золотую комнату. Может, мне все-таки повезет, и даже с шансом 36%. Так, а ключ у меня есть, все хорошо. Прикинь, там люк будет. А, не, нихера. Лазер. Давайте другое. Ладно. Слоу. Замедление времени сойдет. Теперь у меня только бомбы нету. Дальше. Дальше. Тут бы, конечно, Зазель бы хорошенький был. Ну чё, давай, разберемся с тобой. А, точно, я же тебе замедлил. Эх, бедный. Ай-яй-яй, ай-яй, у него пропал, пропало, пропало. Я думал, он будет до конца комнаты. Кажись, я много хотел. Минус монстром. Плюс ХП. Да, все-таки не открылось, прикольно. И райская комната нам тоже не открылась. Ну как, не дали проценты. Круто. Круто, мы просто всрали одно себе помещение. А хоть что-нибудь. Так, лоу. Мы заполнили. Тише, тише, тише. Да, видите, у меня урон вообще минимальный. Если я не впритык стою. Поэтому нужно впритык убивать. Так, что здесь? Слизняки. Хотя бы скорость атаки у меня хорошая. И то радует. Так, энерджи. Энерджи бустер.
Давай, давай, убиваем. Так, пол сердца. Комната с боссом. Да, вот здесь урон где-то 0,5. Единичка. Это не, где-то даже двойка может быть. 80%. Минимальный урон мы можем нанести, это 80%. От самой нашей слезы. Ну, блин, где-то да, где-то так. Так, быстро пробегаем. Минус. Заходим. Перчик. Отлично. Пипец у нас рот. Вместе с ртом, вот это из глаза. Кажется, как будто у нас просто голова на изнанку. Так, лады. Мне нужна бомба. Не-не-не, не вы, летучие бомбы. Мне нужны другие бомбы. Несмотря на мой урон. Почему именно сейчас полетел огонек? Сколько шансов было, чтобы он полетел? Но нет, он полетел именно тогда, когда муха ко мне уже подлетела впритык. Так, там что-то выпало. Пол сердца. Ключ, отлично. Я просто везунчик. Минус, 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 минус. У нас что-то очень сильно отталкивание. Не, ну как бы, знаете, если у нас дохера именно хпшки, да, именно различных хпшек, то мы будем за счет этого выезжать по хп. Типа просто выходим, заходим, допустим, в шипастую можно так же делать. Хпшку себе, типа, отнимаем, отнимаем и дамаг пополняем на максималку. Ну, на максималку это пока мы не сдохнем. Так, замедлю тебя. Да, огонек. Огонек херячит. 50%. На самом деле можно взять. Плюс увеличится стрельба на максималку. Ну, уменьшается, типа. Два черных сердца за счет красных. Ну, давайте возьмем. Да, я думаю, это прекрасный обмен. Плюс, смотря то, что у нас увеличение 100%, нам дали один и с чем-то. Да, это хороший подгончик. Плюс у нас огонь. Больше шанс огня. Вынос любого. Мы такой, знаете, типа, чертик-демон. Чертик-демон. Бля, чё несу? Ладно, нужно этих выпилить. А, я ж уже нашел на скорость атаки. Кажется, дальше могу только по минус одному делать. Так, шипы. Хотя можно было наступить. Дамага бы увеличился немного. Не, огонь очень редко гуляется. Это мне немного... как бы... И не расстраивает, и не обижает. Ой-ой-ой, там слепые. Слепых нужно в самую первую очередь. От них самое больше проблем. Не, вы же не подумайте, что я, да, там против инвалидов что-то имею. Так, две бомбы, отлично. Прекрасно, отлично. Какой шанс, то, что я выстрелю огоньком? Пилс, классно, куда мы прилетели аж. Считайте, в начало дальше, даже немножко дальше, чем начало. Ладно, не беда. Короче, где-то, наверное, к следующей серии я поменяю. Может быть, если новенькие найду какие-то. Тогда поменяю. Если нет, пускай тогда такие остаются, ну, статы. Боку. Минус, 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 минус. Бомба.
Так, я золотую комнату еще не находил. А, слишком они отталкиваются сильно. Фамильяр, нафиг надо. Огонь, 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 огонь. И просто их всех сжигаю. Да, шанс тогда мизерный, как я будто не знаю. Так, гиперкакульки. Просто 100 выстрелов, 0 огонька. Это жестко. Лучше бы начали писать, типа, на предметах процент. Или хотя... Может, из-за краста? Не-не-не. Мы же уже огонь выпускали. Мы уже огонь выпускали. О, ништяк. Токсичные. Токсичные слезы. Еще лучше. А, это не отравляющий, черт. Хотя мы пятна оставляем все равно. Такой, 50-50. 50-50. Что за пилюля? Thompson Crow. О, новая версия паука. Вот это меня немного так раздражает, то что я не понимаю. Ну как, блядь, я ее понимаю. Огонь, мы выпустили огонь. Ребята, мы это сделали. Мы выпустили пламя. Соска. Ух, чес. Черт, это жестко, это очень быстро. Изи Самсон. Только я вот не знаю, пойдем ли мы с вами дальше. Ну, именно по подвалам. Хотя нужно, да, идти, я думаю. Ой, ладно, успел, успел. Просто замансил, как не знаю кто. Просто уничтожаем. Только, конечно, опять из-за того, что я очень маленький. Мне непонятные, откуда пуляются слезы. Вниз. Ключик мой. Забираем. Так, у нас по 5 всего. Испортили этот момент. Черт. Отлично. Теперь зато у нас побольше будет дамага. В каждом есть свои плюсики. Что? Оу, да, теперь точно я не буду... Теперь мы просто... У нас, знаете, слезы больше, чем наша голова. Оу, shit. Оу, май гад. Так, в лицо не могу расстреливать, да? Да хера, вас до хера. Много-много до хера. Как уворачиваться? Помогите. Помогите. Не могу бить. Не могу бить. О, о. А, огонь выручает. Все. Неч. Так, здесь огонь что-то зачистил. Два раза в одной комнате. Ха-ха-ха. Пуляем через стены. Я золотую еще не нашел. Золотую не нашел, магазин не нашел. Ух ты, черт. Так, там что-то выпало. Слезы, слезы, летим, летим, летим. Я не могу на красную эту херь наступать, блин. Даймонд. Если найду еще одну монету, хотя... Я уже могу полноценно купить предмет. Не, наступальщики могут... Достать песос. Бля. Ух, аж сердечко прихватило. Нахер так поступать. Уроды. Уроды. Ай, чуть дэмэдж еще не получил. Не знаю, как я не получил только что тоже дамага. Сам задаюсь таким вопросом.
Так. О, не, гомняшка, не-не-не, уже не нужна мне. Лучше плюс скорость, пускай будет атаки у меня. Так, магазин. У нас доступ есть. Давайте я, короче, здесь черепушки взорву. Блам. Готово. Мне нужен магазин. В скобочках золотая комната. Давай. О, она, оказывается, рядышком тут была. Что внутри? Найн. Неизвестно. Честно, это херь. Типа тормозит врага. Типа мини-стан, считайте. Типа останавливаем время на каких-то 0,5 миллисекунд. А, заходим в магазин. Видим такую картину. В принципе, я могу автомат тоже взорвать. Давайте, ладно, если зацепит. Зацепило, ладно. Не беда. Даймонд. Неизвестный предмет. Ладно, пополняем на все, что хватает. Плюс сапаем автомат. Класс. Что нам делать? Покупаем неизвестный... Ребят, вопросы? Думаю, нет. Что брать, я думаю, тоже вариантов у нас нету. Просто адский расстрел у нас сейчас будет. Поехали. Бля, не. На адский тоже как бы не катит. Постоянно упрыгивает, тварь. Брум! Изи, минус. Серьезно? Что? Помада. Такое. Что, давайте открывать потихоньку тогда этот сундучок, я думаю. Ну что-то годное выпадет. Птички. Птички — это фигня. Да, почему типа я так стреляю? Коробка увеличивает... Ну, короче, допустим, смотрите. Сейчас у нас 2, да? Я выкинул. И у нас 4, видите? То есть она в 2 раза улучшает предмет, который у нас находится в руках. Э? Как вам? То есть это имба, если так подумать. И это будет фигня до того момента, пока у нас тут предмет есть в руках. Infested. Да, все-таки рассчитываем чисто на расстрел, полную доминацию над врагом. Тут даже говорить нечем. Поливаем его столько слез, что хер кто выживет. О, мы задоджили. Поехали. Просто как с пулемета херяча. И богу. Поливаем мы землю грязью. Вот если бы еще было у меня это, типа... Ну как она, вот эта херь, типа контролирование слезы, было бы немного лучше. Из-за вот этого токсика, токсик бы постоянно оставлялся на земле, где бы я хотел. И поверьте, это жесткая тема. Когда я играл за Зазеля, это было... Ё-моё, ладно, давай. Собираемся, пробегаемся. Где... Мне нужно магазин, а... Где... Пилюля, нафиг надо. Да, что-то херовые комнатки какие-то. Фестит, неизвестная пилюля. Один сгорел. Один сгорел, второй подох. Минус. Парик мамки. И... Хотя его можно взять, чабика.
Полетел. А, то есть... Я знаю, что есть еще один чабик, наподобие такого, только толстый. Да черт. Ладно, наебал систему. А босс у меня в другой стороне! Ладно, хотя халявное сердечко. Ключ. Достал бы эту монетку. Было бы хорошо. Было бы модно, прикольно. Да, конечно. Вот нужно было коцать меня уже на обратном пути. А, убьем босса, там выпадет какая-то шняга, как обычно. Если что-то ценное, ну, понятно, что ценного, кроме вот этого, этой тринки, типа, на скорость, ничего не может быть. Хотя, да и за правду ничего нету больше. Да, дамаг увеличиваем свой. Еще скорость атаки. Единица! Ребята, это что-то с чем-то. Просто... Единичка. Единица, скорость атаки. Серьезно, ребят, вы о чем-то думаете другом? Давай, что выпадает? Червяк, фигня. Ну что, поехали. С единицей. Только урона, конечно, у нас... Нихера. Чё? Какого хера он взорвался? Ладно, неважно. Даже несмотря на то, что у нас урон там уменьшен на 80%, мы просто... Типа звуковое оформление, вы поняли. Вау, да уж. Тык. А ну-ка, интересно, как с этим будет? Нет. Фигня. Фигня. Хлопцы, это фигня. Я просто их подбираю, чтобы они были у меня как бы активные. Блин, они даже ко мне подбежать не смогут. Шприц. В принципе, можно взять. Минус скорость просто при движении мне... С одной стороны, это поможет. Мне нужно еще один или два шприца, я точно не помню. И хорошие камни, я что-то за хорошие камни забываю в последнее время. Хорошие камни. Вы где? Мне нужны хорошие камни. Нету. Наверх пойдем, да, тогда? Вот сюда. Да, как раз к боссику пришли. Давайте еще один шприц. Нет. О, энерджи. Камень. Это скорость передвижения. На 15, которая дает такой себе. Специфический, на самом деле, предмет. Минус. Плюс еще терза. Ну зачем, если у меня уже максималка? Единица. Кошачий хвостик. Не вижу смысла. Фиговый предмет для меня. Не, мы, короче, закончим, потому что я думаю, навряд ли я... Хотя... Не, навряд ли, навряд ли. Потому что там будут эти летающие ублюдки, которые могут мне жестко наносить дамаг. Я, скорее всего, над этим... Немного наебнусь. Прикольно. Почему ты смотрел на меня? Ты должен смотреть туда же, куда и я смотрел. Но он начали так и делал. Да, хорошо, задоджил дамаг. Вот это череп, дерьмо. Кусочек магнита. Главное клеща не выбить. Выбиваем клеща и минус игра. Так, плюс дамаг, который мы сможем получить, если нас покоцают.
А если быть точнее, то нам дамага должны дать 3,60. Плюс у нас увеличение. Это будет 3,60. Да, блядь. Да хуя. 7,20 дэмэджи. Хотя можно взять... Хотя у нас же терза тогда уменьшится. А терза поинтереснее будет. Просто минус все враги. Вот он бежит, хочет меня укусить, а нихера. Дающийся камешек подсвечивает хорошие камни, которых к моему счастью в скобочках нет. У нас нету хороших камней, да, почему у нас по два босса. Минус, минус. Годная? Годная. Хотя, можно даже попытаться. Можно даже попытаться, ребят. Так, больше ключей. Что здесь? Батарейка, вилка. Больше спавнится мух. Вилка, я не помню, если честно, что дает. Так, шипастая комната, она мне нужна. Что здесь у нас? Нифига. Вправо или вниз? Давайте вправо. Будет поближе, мне кажется. Просто я не знаю, вот. Оказалось, в домах получил. Подумал уже от чего. Так, сердце. Сердце, ясное дело, что мы берем. И это дело даже не оговаривается. Новый предмет, который вот так. Типа мы заходим в комнату к боссу. И у нас, типа, реролится активный предмет. У меня тоже есть такой жучок, то ты смотри свои пуляешь, жучочков. Да, что-то мне не везет по выбору стороны, но зато мне повезло найти сердце. Считайте, и повезло, и не повезло. Застрял. Ахуй. Ладно, мне повезло. Хороший камень был. Типа, ни туда, ни сюда. Хотя, может быть, я еще и встрою, если... Хороший камень. Хороший. Нету. Босс, все, нашел. Тогда проблем у нас нету. Блин, а нам не открыли эту комнату. Зато у нас был фаст, именно как Рэмбо, ребята. Знаете, как с пулемета хуярим, вот это и есть Рэмбо. Там хорошие предметы, три ачивки дали. Охуенно сейчас. Можно будет в следующей серии замутить челлендж. Ну, как я говорил, я сначала поищу вот эти статы, типа, что изменяют, а потом уже пойдем на челлендж. Это, если чё, ссылка к мидбоям. Это, типа, доктор Зародыш. Антигерой. Новый бэйбик. Да, челлендж номер 9. Охерительный челлендж, если честно. Вот я его играл раньше. Несколько раз. Прикольная механика. Ну, ладно, давайте. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. И в следующей серии у нас будет челлендж. Поэтому всем пока.